Приветствую всех рыболов. Данный видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина fmagazin.ru. И в данном видеообзоре я бы хотел рассказать о интересной гибридной приманке от американской компании Гарри Ямамото, которая называется Curly Tail Worm 4. Данная приманка у нас имеет длину 4 дюйма и поставляется по 10 штук в упаковке. Упаковка классическая, как у других приманок Гарри Ямамото, нет подложки. Классический zip-пакет, ну такая вполне себе симпатичная упаковочка. Итак, Curly Tail Worm представляет собой некий гибрид между червем и твистером. То есть здесь мы видим тонкое червеобразное тело, покрыто оно маленькими ребрышками. Как и у других червей, здесь есть такой вот участок с гладкой, то есть не ребристой части, не из ребристого силикона, а дальше идет такой вот тоненький хвостик. В целом решение достаточно интересно, но, наверное, Гарри Ямамото уже бренд достаточно старый, и они одни из первых вообще начали использовать такую конструкцию силиконовых приманок, то есть именно гибрид червя и твистера. Это дает нам несколько важных плюсов. Во-первых, приманка у нас подвижная, как какой-то червяк, слаг на проводке. Если его правильно снастить, то она будет играть очень выразительно. И в то же время она будет дополнительно подыгрывать вот этим вот тонким хвостиком, который ведет себя в воде достаточно активно и выразительно. То есть, ну, получаем мы два в одном. Это очень интересно и позволяет использовать разные оснастки. То есть это как классический шарнир, техас, дропшот. Можно использовать ее и в то же время как веки. То есть часто подобного рода приманки американцы применяют в басовой ловле, именно оснащая веки. Можно делать резиновое тельце такое, вставить сюда, чтобы цеплять, либо непосредственно за само тело, оно тело достаточно тонкое, поэтому, наверное, лучше прибегнуть именно к такой специальной силиконовой юбке. Так, приманка очень интересная в наших условиях, она отлично подойдет для ловли крупного окуня. Он без ума от подобного рода приманок червеобразных, длинных, тонких. Также она подойдет и для ловли привычных нам щуки и судака. То есть достаточно интересная приманка, позволяет использовать ее в разных условиях и на самых разных по своему строению оснастках. Однозначно стоит она внимания. Приобрести данную приманку можно в интернет-магазине fmagazin.ru. Ссылку на нее вы найдете в описании к видео. Надеюсь, данный видеообзор был вам полезен. Подписывайтесь на мой канал и до новых видеообзоров.